Я балерина, также я сейчас являюсь педагогом и основателем балетной школы. С 4 лет я стала заниматься художественной гимнастикой, а занималась ей 6 лет. В общем-то, мне никогда художественная гимнастика не была интересна с точки зрения развития как профессиональная. У меня была какая-то цель, мне надо было выйти на соревнования, занять место и получить какую-то медаль. Но не потому, что мне это очень нравилось, я получала от этого удовольствие, а просто потому, что это вызов, это надо было сделать. А потом просто я поняла, что мне это действительно становится неинтересно, я хочу что-то поменять в своей жизни. И я пошла в балетную студию в моем родном городе. Я сама из города Петрозаводска, из Карелии. И какое-то время я совмещала художественную гимнастику и балет. Ну и плюс училась еще, естественно. Это было очень сложно, это было на протяжении года. Бывали моменты, что я просто приходила ночью домой в 10 вечера, в 11, ночами делала уроки. Потом утром я опять вставала, в 7 утра ехала в школу, потом я ехала на балет, потом я ехала на 2-3 тренировки художественной гимнастики. Также было и на выходных, и это мне было 9-10 лет. В один момент приехал педагог из Академии русского балета из Санкт-Петербурга. Он ездил по России, выбирал талантливых детей для поступления в Академию. И он меня заметил. Написал на бумажке номер телефона и сказал, пускай мама сегодня мне позвонит. Мама моя, конечно, знала, кто это такой. Она знала, что приехали из Академии русского балета, с Вагановской, выбирать детей. Для меня это не значило ничего, потому что я не была фанатом и балета тоже. Больше того, меня пугала мысль вообще в принципе уехать от родителей, от мамы в какой-то другой город. Мама позвонила, и он сказал, что я вашу девочку приглашаю сразу же на 3-й тур на поступление в Академию. Но раз уж выпал такой шанс, мы решили попробовать. Ну вот с этого все и началось. Вот так вот я и приехала в Академию, так я и осталась жить в Питере. Последний год обучения директора разных театров начинают присматриваться к ученикам. В течение всего учебного года, последнего, к нам на занятия приходили директора разных театров. Мне было озвучено, что ты уже точно пойдешь в Мариинский театр. Это было практически публично озвучено. Даже когда у меня были какие-то там переживания по поводу, почему я там танцую на выпускном спектакле, например, там не 3 спектакля, а 2, мне все подходили и говорили: Кать, ну что ты переживаешь, какая разница вообще, ты можешь вообще уже не уходить и не выступать, ты уже в Мариинском театре. Уже есть списки на спектакли, и ты уже в этих списках стоишь. И было действительно понятно, что я нацелена именно туда, но гарантии-то мне никто никакой не дает. Есть такое негласное правило, если, например, ты танцуешь щелкунчик на сцене Мариинского театра, будучи выпускницей, Машу, главную партию, то ты уже автомат в Мариинском театре. Мне дали первый и последний спектакль, то есть открывающий спектакль, да, на открытие и на закрытие. И тут наступает момент выпускного спектакля. Нам озвучивают, кого куда взяли, и мне Мариинский театр не озвучивают. Я была в шоке. Когда ты находишься вот в таком ступоре, ты не то что не понимаешь, что происходит, ты даже не можешь осознать, что ты чувствуешь в этот момент. Более того, ко мне было прекрасное отношение в Академии у многих преподавателей. Когда узнали и они это, никто не мог мне ничего сказать. Единственное, что мне говорили: Катя, ты сейчас должна пойти Мариинский театр, записаться на прием к директору и спросить, что произошло. На тот момент я просто испугалась это сделать. Меня вызвала директор академии еще на тот момент и сказала: Кать, это для тебя будет лучше, потому что мы так подумали, мы так решили, что ты пойдешь сейчас в Михайловский театр, ты будешь там сразу солисткой. Тебя берет сразу же хороший педагог, репетитор под свое крыло. Я понимала, что сейчас я начну готовить партии, и дальше я уже могу. Никто меня не держит в Михайловском театре всегда. Я могу начать, я выйду на какой-то уровень, и дальше я уже начну развиваться. Возможно, они хотели сделать для меня лучше. Начинается сезон в Михайловском театре, действительно, меня берет педагог, действительно, меня сразу же ставят на главные партии, ну, не на главные, на сольные партии, потому что я только-только пришла, я стала танцевать сольные партии. Через месяц,
в театре вызывают всех артистов на собрание. У нас меняется директор театра, именно художественный руководитель балетной труппы. И уходит педагог, который меня взял. И все договоренности, которые были, аннулируются. Возможно, они действительно хотели сделать для меня лучше. Возможно, они действительно хотели, чтобы я пришла и сразу начала танцевать. Потому что в Мариинке, если у тебя нету кого-то за тобой, просто так ты не начнешь танцевать. Ты должен встать в кардебалет и, возможно, на всю жизнь там и остаться. Многие родители устраивались на работу прямо в академию, чтобы быть ближе ко всему руководству, к преподавателям и тем самым продвигать своего ребенка. Ко мне родители даже на собрание не приезжали. То есть они вообще были вот далеки от этого. Дай бог, если у них была возможность приехать ко мне на концерт посмотреть что-то. Поэтому за меня, конечно, некому было вступиться. В Мариинском театре мне, наверное, было бы просто тяжело пробиться. Но и тут не повезло. Когда сменилось руководство вот так вот в один миг, мне пришлось и там начинать с нуля. Есть негласное правило. Те, кто танцевали при прошлом руководстве, не танцуют при настоящем. А я еще толком даже потанцевать-то не успела, я только пришла, первый месяц работала. В тот момент, когда сменилось руководство, меня сразу же поставили в кардебалет. Мало того, что я не попала в театр, в который я хотела, так еще и в этом я оказалась в кардебалете. Я репетировала сама, я готовила сама что-то, подходила к педагогам, говорила, посмотрите, я могу. Педагог говорил, ну хорошо, давай мы с тобой попробуем. Я говорю, окей, но нам надо с вами пойти и попросить у руководства, я одна не могу. Я репетировала, показывала руководству. Меня выпускали на сцену, на сцене я собиралась, выдавала свой лучший результат. Они мне на это говорили, ну да, ты с этим справилась, а давай-ка попробуем тогда еще вот это. Выходила на сцену, опять выдавала свой лучший результат, и они мне говорили, так, да, ты и с этим справилась, ну давай попробуем еще вот это. И, в принципе, таким образом я стала развиваться, я стала расти. Одновременно с кардебалетом я репетировала и сольные вещи. И у меня это стало получаться. Лучшая моя репетиция была во время спектакля. И это стали замечать, они стали понимать, что мне можно доверять какие-то сложные вещи, на меня можно положиться, я всегда выручу, я всегда могу встать за кого-то. Когда мы готовили «Лебединое озеро», сначала я была в списках, но меня не ставили на спектакль. В какой-то момент со всеми что-то произошло, меня педагог вызывает после урока и говорит, «Катя, сегодня будет оркестровая репетиция на сцене, а завтра спектакль. Ну ты ведь учила, ты что-то там знаешь?» Я говорю, ну я была на двух репетициях, я не то чтобы учила и что-то знаю, я не репетировала, я не готовила. Это действительно очень сложная партия, которую надо готовить долгое время, но надо, чтобы тело привыкло к этой сложной нагрузке. Как спортсмены гоняют какую-то свою программу на соревнования, то же самое это. Точно так же ты готовишь сложные технические партии. Началась репетиция, я вышла и начала что-то делать. И он микрофон говорит из зрительного зала, Кать, ну ты что можешь, что делай. И я просто что-то делала, где-то ходила, а завтра спектакль. В этот день я вызываю своего педагога. Мне на сегодня за один вечер это подготовить. А у меня опыта тогда не было совсем. Я только-только начинала. Опытный артист может собраться и сделать. Практически ребенок, который только выпустился со школы, это было очень сложно. В этот день я смогла подряд пройти только вариацию. Одну. А там подряд еще целый кусок. Антре, потом идет вариация у каждого, потом идет общая кода, очень сложная, все это идет без перерывов. И еще общие куски взаимодействия с основной массой на сцене. Вот в этот день я смогла пройти подряд только одну вариацию, а на следующий день мне надо было станцевать все подряд и уже на спектакле, уже на сцене. Но я это сделала. Уже у этого руководства поменялось мнение обо мне. Я уже танцевала только сольная. Эта партия, конечно, была за мной уже навсегда. И в меня стали верить, мне стали давать все больше и больше каких-то сольных партий. Все уходили, я оставалась ночью в зале, репетировала, работала. Уже приходил охранник, выгонял меня из театра, я все еще сидела в зале и работала одна. Потом случилась очень интересная история. Я начала готовить партии, в этот момент у меня случилась очень серьезная травма ноги. У меня в стопе образовалась трещина. И мне пришлось уйти на больничный на 3 месяца, по-моему. Когда я вернулась, все уже забыли, как вообще меня звали. И опять надо было начинать с нуля.
Последней каплей именно в театре был момент, когда нас ставили новую постановку «Дон Кихота», и я была первым составом, ну, одной из сольных партий. Поставили в первый состав меня, а не девочку, которая была любимицей того педагога, который репетировал эту именно партию. И во время сценических репетиций, оркестровых, уже перед спектаклем, при всех, в микрофон, во время сценической репетиции, на весь зал, меня унижали так, чтобы не было вопросов вообще меня оставлять первым составом. И меня сняли. Причем мне об этом никто не сказал. Я пришла на спектакль, и переодевается в моей гримерке другой человек. Мне даже никто ничего не сказал. Они даже в списках не поменяли. У меня была просто истерика, я уже не понимала вообще, что происходит. Я говорю, что я сделала не так? У вас есть ко мне претензии? У вас есть что мне сказать? Если есть, то говорите, я исправлю, я сделаю все. Я вам обещаю, я все сделаю, только скажите мне, что не так. Они мне ничего не могли сказать. Вот так вот. Закончилась моя работа там. Сейчас у меня есть моя студия балета в Санкт-Петербурге, которых уже 8 за год образовалась. А параллельно я являюсь художественным руководителем в своем родном городе, в Петрозаводске, в балетной студии. Там же я ставлю балеты авторские, детские. Плюс параллельно я работаю, сотрудничаю с балетной школой в Лондоне. Сейчас, так как из-за этой такой ситуации с пандемией, я работаю только онлайн, но я работала с ними и офлайн, и они до сих пор приглашают меня туда, как только появится возможность, я буду ездить. И параллельно я занимаюсь еще своими танцевальными проектами, насколько хватает времени, просто потому что бизнес, организация всего этого процесса, вечные разъезды занимают слишком много времени, и именно на танец как таковой сейчас просто не остается так много времени, как хотелось бы. Но я обязательно сейчас выстрою все вот эти процессы, и я займусь своей творческой деятельностью, буду продолжать.